Всем огромный привет! Поступил такой интересный запрос, как показать свою коллекцию мыла. Я знаю, что есть огромные любители, кто любит смотреть всякие запасы, коллекции наших уходовых средств, а есть те, кто антилюбители. Так вот, я сейчас приглашаю тех, кто любит, и именно тех, кто хотел бы посмотреть, сколько мыла у меня, какое мыло в моей коллекции. Почему мыло, я считаю, это все-таки коллекцией, а не запасами? Ну, запас – это то, что, в принципе, быстро тратится. А мыло его так быстро не потратишь. Хотя оно уходит, конечно же. Но, тем не менее, оно больше идет все-таки как сувениры какие-то. И то, что очень интересно смотреть, перебирать. Ну, в общем, как коллекция. У меня его достаточно много. Как сказала одна блогер, мне понравилось. Для нормального человека это много, но я не нормальный человек, я бьюти-блогер. В общем, этим все сказано. Давайте начнем. Очень много мыла. Девочки знали, что я люблю, коллекционирую. Они мне его подарили. И оно у меня до сих пор хранится. Девочки сейчас свои подарки узнают. Я не буду называть имена, кто мне дарил. Иначе это займет много времени. Но покажу. Одно мыло у меня не так давно приехало. Дуру. Увлажняющее крем-мыло. Оно вот такое идет в коробочке. Тут три кусочка. Очень они мне нравятся, прямо такие классные, ромашковые тут, с медом и маслом миндаля, и оливковая маслица. Кто-то, девчонки, коллекционирует, вынимают мыло из упаковочки, мне жалко, я не вынимаю. Вот такое вот. Также у меня есть, можно сказать, три кусочка от Himalaya Herbals. Первое увлажняющее миндальное мыло. Но в первую очередь, конечно же, они пахнут мылом, и потом уже идет небольшая отдушка. Питательное, сливочно-медовое, вот такое симпатичное. Увлажнение, питание и очищение. Вот такое очищающее, уже ним и куркума. Вот очищающих у меня две штучки. Но я покажу одну, а так вот в стороночку я спрячу еще одну. Давайте я по коробочкам еще пройдусь. То мыло, которое в коробочке. Монпари. Вот такое вот симпатичное мыло. Эта коробочка открывается. Такой интересный кусочек. Вкусно пахнет с райской птичкой. Ну, в первую очередь, опять, как же я сказала, пахнет мылом. Я не буду говорить, сколько грамм, сколько там чего. Просто показываю. Вот это очень люблю. Мыло Dove. У меня единственный кусок от Dove. Очень вкусно пахнет. Так, тут оно пахнет. Сейчас скажу, чем. Масло ши, аромат пряной ванили. Вот действительно, вот ваниль. Очень вкусное. Я с таким этим наслаждением все это перебираю. Есть кусочек от Тимоты. Японский сад, спелая вишня. Симпатичная. Так, Степа пришел мне мешаться. Степа, иди отсюда, не мешай. Не мешай, я наслаждаюсь. Фа. Гламурные моменты. Фа, кстати, вот меня очень привлекла коробочка. Само мыльце выглядит вот так. Ну, сильно так особо не пахнет. А название «Черная орхидея». Ну, реально привлекательное очень. Так, это вот у меня новенькое, я никому еще не показывала. Бархатные ручки крем-мыло. Не смогла мимо пройти. Тут написано против 10 признаков старения. Антиэйдж сыворотки 15%. С эффектом крема для рук. Ну, в общем, вау. Вот такой кусочек симпатичный. Ну и плюс запах, аромат приятный. Так. Дуру мы не будем особо прятать. Еще одно мыло, которое вау, как мне нравится. В него входит еще и нежный пилинг. Эффект бани, теперь ванной. С микрогранулами натуральными для лица, тела, чистая линия. Очень нравится, как пахнет вот эта вот серия. У меня скраб есть от чистой линии, вот тоже фитобани. Я просто вот обожаю травяной такой запах. И вот в форме такого кусочка листик, кусочек в форме листика. Ну и пахнет, как вот этот скраб фитобани. Скраб, повторю, очень нравится. Давайте еще вот сюда. Дуру-то мы закрываем, да, прячем. Жалко. Жалко красоту-то прятать. Давайте вот так сделаем. Ну и вот
Лепетит Марселье, цветок апельсинового дерева. Очень вкусно пахнет даже через упаковочку. Так, сейчас настрою, у меня все рухнет. Дальше. Две коробочки от Oriflame. Очень большой такой кусочек, солидный, красивый. Понятно, это тоже подарок. Берегу. 150 грамм, девчонки, такой он увесистый. Мальчишки, если есть мыло-маньяки мужского пола, отзовитесь, мне очень приятно. Вот такая вот розочка. Ой, вкусно пахнет. Кто-то скажет, ничем не пахнет, мылом пахнет. Мне пахнет. Я все чувствую, мне все пахнет. Вот такая красота тоже в подарок приехала. Все берегу, все жалко. Такая звездочка. У меня как Максимка с ластиками, так я с мылом. Но я с ластиками тоже сижу, я прям не могу. Как нравится. Так, теперь пошли вот такие молоко, клубника и молоко от Нивея. Кусочек. Есть совсем простое оливковое. Оно у меня скоро в мыльницу пойдет. Вообще, я в пустых баночках почему мыло не показываю? Потому что сейчас на протяжении уже долгого времени использую мыло, которые были ручной работы. Ну, не будешь же вот пустой целлофановый кусочек показывать и говорить, тут было мыло. Поэтому не вижу смысла показывать такие вещи. Но вот это не коллекция, это вот у меня просто в запасах. Вот это мои запасы. Антибактериальные, это действительно как заканчивается. Открываю новые. Я таким мылом тряпочки люблю стирать. Максимке бывает быстренько, если надо, носочки там. Ну, руки, естественно, после прогулки. Это вот у меня уже запас. Самый настоящий. Так, от Oriflame еще вот такой кусочек красивенный в черной прям упаковке. Майк Хани. У меня был в коробочке, в белой упаковке, в мыльницу ушло, уже истратилось. Уже скучаю. Жалею, по что засунула туда. Так, от Oriflame. Вот такой еще. У меня очень много от Oriflame. Все подарки. Я Oriflame не заказываю, но вот в подарках ко мне такое чудо приезжает. Прям такое кругленькое оно там. Согласитесь, даже эта упаковочка шуршит приятно. Сейчас кто-нибудь мне напишет, что больная сидит над мылом, чахнет. Ну ладно, я предупреждала. Discover. Discover, кстати, открыла, достала, понюхала и спрятала, и запечатала, чтобы как было. Вот такой красивый кусочек. Бали Парадис. О, я даже смогла прочитать, наверное. Тут, я так понимаю, Сицилия. Желтенький такой, яркий. О, тут Париж. Это уж я даже точно смогу прочитать. Даже я смогла прочитать. Так, по Oriflame пошли дальше. Вот эта вот серия у них есть. Тут алоэ вера и арбуз. Следующая. Мята и малина. Такой симпатяга. Так, тут лаванда и инжир. И гранат и ваниль. Этот открыла посмотреть. Вот такой вот он симпатичный. А пахнет. Вкусно-вкусно пахнет. Так, дальше. Три кусочка у меня есть от Faberlic. Надо исправить. Это слишком мало. Вот этого нежного персика уже нет Faberlic, а мыльца у меня осталось для памяти. Ну и прям в последнем заказе показывала любовное цветение. Мне очень нравятся полукруглые сами форма мыльца. Ну, правда, я ее все равно не вижу, она у меня спрятанная. Кто-то скажет, ну какое тебе удовольствие упаковку смотреть, мыло-то внутри, да? Ну, где логика? Нету логики. Так вот. О, еще одну коробочку нашла. Это уже кануло в лету. Мыло это поменяло дизайн. И теперь вот это мыло для ног от Avon будет в новой упаковочке Footworks. Вот. А у меня старенькая. Для памяти будет. Так. Ой, уже никак не дотягиваюсь. Ничего, дотянусь. Так, давайте еще покажу теперь мыло, которое у меня ручная работа, а потом покажу детские. В подарках ко мне приезжали с Крита, кажется, вот такие
Две красавицы, причем от разных людей. Одно мыло мне привозила моя сестренка, второе мыло привозила сестренка мужа. Я очень люблю. Таким образом я путешествую с сувенирами. Сама я нигде не бывала. Вот. А благодаря таким вот подаркам я тоже бываю в дальних странах. Ну, совсем недавно тоже мне пришел такой подарок. Мужик 100%. У меня рука не поднимется его в мыльницу положить, хотя ручная работа. Вот такая симпатяга. Как бы так вот все положить, чтобы ничего не закрыть, а? Вы знаете, я нет. Ой. Вот такой вот пакетик Хэнкси. Девчонки, ведь я о каждой из вас думаю. У меня прям на языке крутится опять рассказать, от кого что приехало. Жасмин. Аромат жасмина обалденный. Ой, вкусно. Сегодня прибавится еще пара любителей мыла. Девчонки говорят, как посмотрим тебя, так начинается все. По магазинам тоже сразу надо. Тоже только-только недавний подарок. Это солнечный позитив, сплошной бразильская манго. Вот такой вот кусочек. Половина желтенькая, половина красная. Ой, прямо не могу. Я вот теперь год буду трогать, когда первые симптомы появятся, что пора в мыльницу класть, только тогда положу. Ну вот из шуршащих пакетиков у меня осталось те, которые в мыльницу быстро уходят. Вот такое. Это шоколадное. Это мне племяшка мужа делала в подарок. Оно со скрабом, с кофе. Ну и пахнет кофе, соответственно. Все, вся ручная работа у меня уже последняя в мыльнице. Все были красивые очень такие. Ну, реально красивые были. Мыло. Жалко было все в мыльницу отправлять. Ничего не поделаешь, такова жизнь. Так, мне бы как вот так отодвинуться, чтобы букет не попортить и местечко освободить. Так вот, букет останется. Ну, давайте по детским. Вот такое детское дракоша. Это Максимке приезжал в подарок, тоже дракоша. Вот такой вот он смешной. Вот такой вот. Поставим. Из коробочек детская. Очень мне нравится вот такой вот крем-мыло Маша и Медведь. Липа и клубничка. Есть еще одного вида, но я не нашла. У нас только вот такое. Липа и клубничка. Давайте я вам покажу. Максимка такой же. Вот он от меня. Он тоже все держит. Видите, на одном Маша, на другом Мишка. Тоже все прячет. Бывает, у меня отнимет. Говорит, мама, мое у меня будет лежать. А я опять все в одну коллекцию спрячу. Так, у него есть самолеты в форме огонька красного. Там само мыльце, оно тоже от Oriflame. Мы с ним обратно упаковали. Ну как же, вынули, достали, посмотрели, опять запечатали, как было. Вид был новый. Ну и вот такие вот две красавицы. У нас одна теперь совершенно новая. Максимке только-только пришла в подарок. И мы очень-очень были рады, потому что наш Спанч Боб вот был с цельником, который мы пытались оторвать и не смогли. Мы его открывали, потом пытались запечатать. Ну, в общем, настолько такая разбитая упаковка, что Максимка очень переживал. Ну, хотелось такую новенькую. Вот недавно Катюша прислала ему, и теперь у него вот этот Спанч Боб прям там, видите, и с глазками, и с ротиком, прям самый настоящий. Теперь есть. А этот у нас тоже в мыльницу пойдет. Очень вкусный, кстати, аромат такой какой-то, лимонный. Ну и последние кусочки, которые у меня остались. А нет, вот тут еще малышка у меня спряталась. Вот такой еще малюсенький есть кусочек, 20 грамм. Это мне сестренка тоже дарила, я его спрятала. Она уж свою давным-давно истратила, 100 лет назад. А я вот в коллекцию, все в коллекцию. Ну вообще это хорошо, я ж не пробки какие-нибудь, да, на улице собираю в коллекцию. Это лучше, чем пробки. В детстве-то мы и фантики, и всякие там марки, открытки, календарики. У меня, кстати, до сих пор есть моя детская коллекция вот всяких открыток, календариков. Естественно, что-то потерялось, но есть то, что я берегу годами. Так и лежит. Так, и детские еще у меня есть два одинаковых, вот такие. Персиковое варенье. Ой, вкусно пахнет. Дальше есть два вот таких. Медовая дыня. Очень вкусно пахнет.
Прямо мед. Чистый мед. Ну, нет, дыня. Чистая дыня. Неправильно говорю. Ну, такая медовая, вот прям приторная. Также у меня есть один апельсиновый джем. И вишневый пирог. Вот такой вот с пандочкой. С радостной. Ну и, как я говорила, вот бедное второе осталось от Гималая Хербалс с нимом и куркумой. Вот. Вот такая коллекция. Все показала. Очень-очень я рада, что она у меня есть, эта коллекция. И каждый раз, когда я попадаю в магазин, даже когда нет денег, вы знаете, мыло стоит столько, что вы можете найти в своем кошелечке эту сумму денег и купить, и порадовать себя. Идете домой с трофеем радостной, с покупкой вроде вернулась. Вот. Ну, спасибо всем за внимание. Если кому-то было интересно, пишите. Если у кого есть что показать, показывайте ваши коллекции мыла. Я первая приду смотреть. Ну, а плохих комментариев прошу не писать. Просто вы не туда попали. Вот. Тут все нормально. Тут для тех, кто любит и кому это интересно. И те, кто просил меня показать. Спасибо всем за внимание. Спасибо всем, кто был со мной. И всем пока.